Фантастический малый финал Муслима Имадаева. Уступал он со счетом 2-10, если не ошибаюсь, или 3-10. Но нашел в себе силы и энергию изменить ситуацию в корне. Склонил в чашу весов за счет своих красивых и эффектных бросков и победив 12-10. Супер! Просто фантастика! Да, схватка вообще не по плану пошла, честно говоря. Со своих ошибок отдал. Но я чувствовал, что доберу. Каждый раз близок был, чтобы самому забрать. В итоге сам отдавал вот так. Ну, чувствовал, что отыграюсь. Честно сказать, я думаю, да, функционально получше был готов. Соперник уже устал. Ну так, характер тоже пришлось включить чуть. Когда уже сил нету на характере, вывозить надо. Не всегда, конечно, бывают такие красивые истории, но, может быть, когда ты уступал, какую-то мотивацию вспомнил, кто-то тебе, может быть, что-то говорил. Да нет, если честно, не вспоминал, но слышно было тренеров. Вот Давид Акопович успокаивал, говорил, все равно доберешь. И все остальные тренера поддерживали, мне кажется, больше это помогло мне отыграться. Ты побеждал, я знаю, на кадетском мире, потом бронза была у тебя на юниорском мире в Уфе, и вот сейчас заслуженная бронза опять. Ты так боролся, я поставил, как будто ты в финале боролся, действительно запутал меня. Если честно, оба первенства мира я одинаково проигрываю, мне чуть-чуть не хватает. Что в Уфе 2 года назад я в четвертьфинале проиграл, что здесь в четвертьфинале 1-1 проиграл. Чуть-чуть не хватает, но ничего, то, что суждено, по-любому бывает. Поэтому, честно сказать, я полностью выложился, что от меня зависело, сделал. Самый преданный болельщик, вот из всех кого-то одного, если выделить. Рамзан, мой друг, один из самых таких преданных моих болельщиков, всегда переживает, всегда смотрит. Ему тоже салам алейкум передаю. Ну и родители, да, наверное, ну и тренер тоже сильно переживал, мой личный тренер Сираж Сабирович. Он тоже больше, чем я, наверное, нервов потратил на этих соревнованиях. 2 дня вместе разминаемся, вместе готовимся. Его тоже очень большая заслуга. Муслим, я видел, что за пределами ковра ты ходишь в очках. Плохое зрение или же это просто стиль? Не, плохое зрение, да, у меня. Не мешает оно потом вот на самом ковре? Или у тебя как? У меня дальнозоркость, да, вдаль не вижу. Ну, не знаю, я уже... Поэтому стараешься держать поблизости соперника. 3-4 года уже ношу, я уже привык. На ковре прям, ну, особо не мешает то, что... Я думал, много читаешь из-за этого, нет? Ну, не сказал бы, что много читаю. Ну, с книгой время проводишь. Да, бывает, провожу на сборах. Что, например, читаешь? Из последней книги религиозную литературу читал. Про халифа Умар ибн аль-Хаттаб. Последнюю это читал книгу сейчас вот перед миром, когда готовились. Вот эту книгу читал. На этих соревнованиях очень сильно хотел выиграть. Столько готовились, 2-3 месяца. Много сборов прошли. Ехал только за золотом. Ну, в этот раз не суждено было на золотую забрать. Ну... То, что проиграл, я утешительную встречу еще сегодня боролся. Собрался, утешил, выиграл, за третье выиграл. Тем более такая интересная схватка была. Честно сказать, вот 1-1 такие встречи в греко-римской борьбе очень популярные. Я такие вообще не люблю. В итоге в этом году уже второй раз я 1-1 сам встреваю, проигрываю. Личные тренера сняли квартиру здесь. И после взвешивания всей команды ходили туда. Я тоже видео на телефоне записал. Как-то на такой квартире сидит толпа такая вся, короче, 15 человек. Там кушаем, сидим. Короче, обстановка очень бомбовая была. Подводку очень четкую нам сделали. Кушать, пить, все приносили, все относили. Мы просто выходили и боролись больше, от нас ничего не требовалось. Очень сильный импульс дало то, что вот такая подготовка замечательная прошла у нас.